Вечерний Петербург нарисуем гуашью. Такой загадочный, с фонариком, Исаакиевский собор. Вначале мы рисуем фон. Небо, луна яркая, переходит в темное небо. И вот так мы кисточкой плоской, полусухой делаем растяжку от светло-желтого, оранжевого, красного, фиолетового, в синий. Вы можете выбрать свою гамму, свою звездную ночь, небо темненькое, может там и зеленого добавить, и вот такого светло-фиолетового. И вот так мы проходим по кругу вокруг нашей луны, затемняем небо, делаем интересную растяжку, интересное сочетание цветов. Чем больше грязнее цвет, тем живописнее, интереснее. Делаем и потом будем рисовать сюжет. И вот так вот мы проходим по поверхности бумаги щетиной, кисточкой плоская щетина. Я рисую гуашью, очень хороший материал, его легко и исправить, если какие-то недочеты, и им очень удобно рисовать, он долго не высыхает и может размываться водой. И в случае, если мы что-то сделаем неправильно. Сейчас намечаю здание Исаакиевского собора. Он у меня находится за домами. И вот кисточкой, то есть я в цвет неба на палитре добавила белый цвет, белый. И вот я размечаю фонарик, где будет находиться, и Исаакиевский собор со всеми башенками, куполами. И вот так я размечаю. После разметки я начинаю его закрашивать светло-фиолетовым цветом. То есть я в фиолетовый добавлю белого, можно в синий добавить белого. И закрашиваю домик, Исаакиевский собор. У нас такой необычный вечернее здание. Немножко сейчас холодом отдает по цвету холодный. Но потом будем набирать теплые оттенки. Пока мы рисуем форму, намечаем именно сами здания и форму нашего знакомого собора. Ну а теперь мы набираем уже темноту, купол, потом другие этажи этого здания. Мы делаем потемнее. Так вот мы добавляем насыщенность, но края сохраняем светлые. У нас там есть и колонны, колоннада в этом здании. Кисточка у меня уже белка. И поэтому она мягко рисует, все прекрасно, все везде поддается. И рисуем мы в изо-студии по-прежнему с ребятами, потом посмотрим их работы. И вот такое у нас задание — фонари Петербурга, и мы должны это нарисовать. Мы это будем рисовать даже на конкурс,
Потом лучше работаем, мы отдадим на конкурс и будем зарабатывать грамоты, дипломы. А пока мы трудимся над Исаакием. Вот я добавляю уже тепла, желтенький добавила. И контур прохожусь более светло-желтым цветом. Потом оранжеватые оттеночки. И вот так я ухожу в теплоту, уточняя форму здания. Ну, а пока Исааки у нас отдыхает, сохнет, займемся фонариками. Располагаем верхний фонарик пониже и еще два сбоку фонарика. Такие вот у нас небольшие как бы домики. Мы их размечаем, делаем им крышу, окончание, тоже делаем ажурность этих фонариков аккуратненько тоненькой кисточкой я размечаю и потом рисую. Цвет у меня фонаря черный, я смешала с фиолетовым, чтобы получился не чисто черный, а немножко сероватый цвет. Так как я не люблю рисовать черным цветом, он очень темный. Лучше его чем-то попачкать, чтобы было более настоящий темный цвет, приближенный как бы, к действительности. Но этим же цветом мне хочется тронуть Исаакий, купол и немножко этажи. Вот так продолжаем рисовать. Ну, внутри фонарей у меня светло-желтый, даже лимонный цвет. Я решила зажечь фонарики. Вот так вот мы зажигаем. И вот они загорелись. Теперь чуть-чуть немножко оранжевого туда добавлю. Немножко растушевываю. И формирую фонари. Я рисую параллельно, я тут и фонарики рисую теперь, и Исаакиевский собор, к нему тоже подхожу, потому что цвета у нас почти одинаковые. Вот желтым я еще утепляю, делаю более силуэт такой светло-желтый. Не забудем сделать крестики на здании. Вот оранжевый, совсем теплый, я уже рисую.
И так у нас теплеет наш Исаакиевский собор. Немножко блики на фонарики, украшения, силуэт украшения тоже оранжеватый, желтоватый. Ну, еще добавляю нюансы, более такие темные на фонарик, чтобы он силуэтом смотрелся. Ну и хочется мне нарисовать деревья. Здесь у меня по углам как-то скучно, вообще всякие, да фонарь скучновато. Поэтому надо насытить эту пустоту деревом, также освещенным светом, луной. Такое вечернее освещенное деревце. Ну и вот тут еще нарисую. Также делится ствол темный, то есть черный можно попачкать синим. И вот уже композиция получше. Такая вот стволы тоненькие. И вот так вот, по-моему, стало лучше. Ну и, конечно, звездочки рисуем светло-желтым, белым, точечки или какие-то нарисовать прям настоящие звездочки формы. Вот. Можно это напрыскать, можно забрызгать, но слишком много не надо, лучше аккуратнее будет, если мы возьмем сухую щетину, кисточку, наберем чуть-чуть водички и белый цвет и начинаем ее выпрыскивать на работу. Ну, я покажу это попозже. Вот. И сейчас, пока я деревья еще светлее сделаю, на краешке деревьев силуэтность подчеркну. Так, где-то желтенький, светленький. Окошечки тоже. Передних зданий. Ну и вот я, пожалуйста, набрызгиваю сухой щетиной или можно зубной щеткой набрызгивать такие вот наши звездочки какие-то. Вот, может, даже это снег. Немножко еще зима у нас. Вот, весна, но пока еще снежок не ушел. Ну вот дети наши рисуют. Видите, как хорошо получилось. За студию вот у Саши вообще великолепный такой контрастная работа. Вот у нас Вики интересно. Ну, молодцы все ребята, все молодцы, у всех по-своему интересно. Они всегда любят рисовать со мной, повторять мои движения, мои рисунки. Рисуйте, и у вас все получится.